выпекли вот такой пай, штрудель так называемый. Или не штрудель, неважно. Вот тут две штучки их, вот такие вот. Это типа пирог, сейчас возьму ножик, типа пирог с яблоками. А это мы делаем такой хлеб из семечек. Вот такая вкуснотень. А какая вкуснота! Да какая вкуснота! И теперь вечер настал. Розовый вечер. Сейчас пойдем гулять 10 километров. Не всегда получается. У меня 6 обычно получается. Ой, хорошо, как вкусно, боже. Горяченький, вкусненький. Супер. И Кашпировского, смотрите, он умничка.